К биотическим факторам, а именно к свету. Мы с вами света не видим. Понятно, что он существенен для трупов, а еще для кого? А еще для тех животных, которые используют излучение в этой части электромагнитного диапазона для того, чтобы получать информацию об окружающем мире. Как мы называем такую форму чувствительности? Зрение. Зрение. На самом деле, очень существенный фактор не только для растений, но и для животных. Зрение – это сенсорная система, способная очень большой массивной информации передавать. Да? Хорошо. Кроме света, какие еще абиотические факторы? Вода, свет, согласен. Абиотические. Может, температура? Температура. Давление. Давление. Влажность. Влажность. Химизм окружающей среды. Да. Вот давайте списочек выпишите, пожалуйста. Абиотические факторы. Свет, температура, давление, химизм окружающей среды. Еще одну вещь мы с вами не сказали, очень важно. Скорость потоков. Есть очень большая разница. Жить где-нибудь в спокойной лагуне или в горном ручье. Жить на пути у сплошных ураганов или наоборот в тихой долине. Вода. H2O вроде химический элемент. Вроде бы химизм окружающей среды подходит. Но роль воды для жизни настолько высока, что имеет смысл выделить отдельно. Вода. H2O. И чуть подробнее остановимся еще на одном названном факторе. Влажность. Скажите, пожалуйста, какая влажность в озере на глубине 1 метр? 100%. Ничего подобного. А, ее там нет. Нет. Влажность – это характеристика только для газовой фазы. У воды и водного тела нет и не может быть влажности. Хорошо, а теперь воздух. Какой воздух называется, какая влажность воздуха называется 100%? Прошу. Да, при которой выпадает осадок. Осадки могут выпадать при более низкой влажности. Роса. Точка росы. Да, вот точка это росы. Уже лучше. Для того, чтобы наблюдалась точка росы, скорость каких двух процессов должна уравняться? Испарение и конденсация. Испарение и конденсация, разумеется. Верно ли утверждение, что при 100% влажности испарение прекращается? Нет, конечно. Просто сколько испарилось, ровно столько вернулось, конденсировалось. Хорошо, списочек есть. Ну а теперь немножко поработаем с факторами. Вот сейчас такая грубая, плоская, счетная часть начинается. Экология – это счетная наука. Так, математические модели в экологии развиты чуть ли не лучше, чем во всех остальных биологических науках. Итак, возьмем такой фактор, который все легко могут представить, тем более здесь он очень существенный. Температура. И возьмем с вами человека. Просто когда я говорю «человек», я имею в виду именно биологическое тело человека. То есть нету никаких домов, нету никакой одежды, нету никаких укрытий и так далее. Голышом в окружающем мире. Скажите, в каком диапазоне температур, в принципе, с вашей точки зрения, могут существовать люди? Стоп, стоп, стоп. Когда теперь слово «существовать»? Это не значит на 20 минут выйти погулять. Это значит жить из поколения в поколение. Это значит производить все абсолютно действия. Да? Спать, есть, пить, заниматься любовью, рожать детей, стареть, умирать из поколения в поколение. Вот это называется жить. От минус 30 до плюс 50. Значит, голый человек без огня и жилища. Наоборот, сможет там все, не знаю, добыть. Стоп, я еще раз говорю, голый человек без огня и жилища рассматривается. От тела, организма. От 0 до 30? Нет. Нет, от 20 до 40. От 20? Да. Так вот, ребята, разумеется, может с нормами. При 40 градусах люди умирают. Не бывает ни одной культуры, представители которой жили бы и сохраняли активность при внешних температурах 40 градусов. Хорошо, они есть, там бедуинские племена проходят Сахару насквозь. При этом дневная температура за 50 может. Просто днем что делают? Воздух. А днем сидят под тентами, растянутыми, в тени,
и стараются не шевелиться. Почему? Теряют энергию. А потому что при любом вашем движении что будет происходить? Выделение тепла, КПД 100% не бывает. Если вы начали двигаться, вы еще сильнее нагрелись. А на улице и так температура выше допустимой нормы. Вы имеете право нагреваться? Нет. Вы ни малейшего права нагреваться не имеете. Какая система работает изо всех сил? Водоотделение. Потоотделение. Зачем? Чтобы это единственный способ охладиться. Кстати, в такой ситуации, когда температура на улице выше, чем плюс 43, выгодно находиться голышом или в теплой одежде. В теплой одежде. Одежда на самом деле не греет. Она что делает? Не пропускает тепло. Причем как туда не пропускает, так и обратно не пропускает. Так? Поэтому внутри ватного халата вот те самые 37 градусов и будут. А на улице 50. Разница ощутимая? Да. Учтите, что внутри этой разницы граница температурной смерти. Выше 43 градусов наше тело не может быть. Нейроны умрут. Так? Так что жить при температурах существенно выше 30 градусов, значит, есть народы, которые приспособились к такой жизни, но в этом случае всегда в середине дня будет фаза активности или фаза покоя? Фаза покоя. Как европейские люди, испанцы, допустим, называют вот этот дневной отдых, дневной сон. И во всей Латинской Америке сиеста. Сиеста. Вещь совершенно необходимая на высокой жаре. А вот в сумеречное время, на рассвете утром и вечерних сумерках, вот там самая жизнь, самая активность. Но температура-то упала при этом. То есть мы переждали укрытие время неподходящих температур, только после этого вышло. Ну, значит, верхний порог где-то 32-33. А дальше приходится уже вот так регулировать свое поведение. Нижний порог. Опять же, глушу без укрытия, без огня. 20. Вот, ребята, удивительно низкие оказываются. Оказывается, наши тела адаптируют. Нет, ноль не дотягивает. 15. Конечно. 5. В 19 веке, когда европейцы осваивали маршруты 18-19 век, кругосветных плаваний, проходя мимо мыса Горн, южная точка Южной Америки, да? Значит, исследовали Патагонию. Патагонцы, племена, которые населяли территорию, в то время находились на этапе даже не неолита, да? А среднего каменного века. Это были вполне себе люди каменного века. Значит, одежду в нашем европейском понимании этого слова они не носили. Куски шкур, которые закреплены на сухожильных канатиках, использовали скорее в режиме ветрового щита. Ну, если дует ветер, просто такой кусок шкуры сдвигается так, чтобы вот тело прикрывало. Жилищ постоянных, в нашем смысле этого слова, у патагонцев не было. Ну, а в Патагонии климат на что больше всего похож? Южная Америка. Субарктический. Ага, разумеется, субарктический. Самый близкий материк-то какой? Антарктида. Антарктида, вот она, через проливчик, знаете. Да? Так? Так вот, карта расселения и карта археологических стоянок, вот когда археологи копают древние поселения патагонцев, оказывается, что она очень хорошо ложится на одну климатическую линию, что такое изотермы по географии, помните? Ага. Вот на изотермы плюс 7. Если температура в регионе выше плюс 7, так патагонцы селятся. Если плюс 7 и ниже, оказывается уже избыточно холодно, уже организовать жизнь невозможно. Есть племена, которые устойчиво живут и при значительно более низких температурах. Эскимосы, чукчи, и коряки и так далее, и так далее. Но у них уже адаптации нашего человеческого типа пошли, да? Одежда, причем одежда интереснейшим образом пристроена, совершенно не так, как у европейцев.
жилища абсолютно не так, как у европейских делают. Принципы иные. Идеально подходящие как раз для обитания в этих очень суровых климатических условиях. Но мы с вами как раз о теле говорим. Не о том, что может культура человека, а о том, что может тело. Хорошо. И вот теперь переходим к счетным параметрам. Мы работаем с температурой, но так можно работать с любым параметром. Изображаемость. Мерность в рамках системы градусов Цельсия. Вот это 0 по Цельсию, это, соответственно, пошли положительные температуры, это отрицательные. На этой оси можно выделить интервал, в рамках которого данный вид выживает. Ну, допустим, вид Homo sapiens выживает при температурах от плюс 7 до плюс 33. Вот эти рамки будут называться границы толерантности. Толерантности или границы выживания. Если на данной территории фактор находится внутри этих рамок, то данный вид там вроде выжить может по этому фактору. Ну а теперь лично вы, голышом, без дома и одежда, хотели бы жить, допустим, при плюс 10? Это вряд ли. А какую температуру? Хорошо, а при плюс 33? Нет. Тоже вряд ли. А при каких 25, температурах? Плюс 25. Ну, на самом деле, вы поняли, что плюс 25 – это многовато. Да. Как только вы начали активно работать, вы понимаете, еще раз говорю, когда говорят слово «жить», это не значит на 20 минут выскочить и отдохнуть. Вот при 25 активно работать становится временами тяжеловато. Перегрев, скажем. Температурный наиболее подходящие температуры лежат в значительно более узком диапазоне, чем вот здесь. Где-то плюс 18, плюс 22. Вот в этом узеньком коридоре, да, температурном, человек чувствует себя максимально комфортно. Называться такой интервал наиболее благоприятных условий будет зона оптимума. Оптимум. Оптимальное значение фактора. Ясно, что свои границы выживания и свой оптимум можно выделить, допустим, для количества соли, для количества потребляемой воды, для скорости ветра, ну, для любого параметра биотического. Что выдерживаем, что уже не выдерживаем и что для нас наилучшее. Отлично. Усложняем картинку. Опять же, на животрепещущую для всех нас сейчас тему. Берем температурный фактор. Берем наше нынешнее положение в пространстве, Керченский полуостров Крыма. Грубо набрасываю карту. Крым, Керченский полуостров, мы где-то вот здесь. С этой стороны от пролива что начинается? Море. От пролива переплыли в Керченский. Понятно, что Россия географически, Кавказ. Что за место? Вот это. Вот это, что я за волнистые линии рисую? Кавказские горы, отлично. Так, кавказских ребят, Кавказ пошел. Значит, а вот здесь крест поставил. Сухие степи, Калмыкия. Вот здесь уже начинается какой-нибудь. Здесь же Каспий. Отлично. Берем три вот такие точки. Делаем треугольничек. Вот это мы. Вот это одна из точек Калмыкия. Допустим, городок Яшкуль. Так, в зоне, которая называется Черные земли в Калмыкии. И какой-нибудь Адлер. Вот здесь на побережье. Вот этот треугольничек. Сколько у нас сегодня днем было на градуснике? Кто следит за температурой, не знаю. Ни один человек не знает, и я не знаю. Но по ощущениям примерно сколько? 30. Ну, где-то в районе 30. Значит, вероятно, повыше, но это не так важно. Значит, вот в каждую из этих точек летом 30 может быть? Нет.
Как нет? Может. Ребята, Яшкуль находится в зоне самого жаркого в Европе треугольника. То есть место, где в Европе летняя температура максимальная. Это так называемый Сальский треугольник. Вот здесь вот, к востоку от Азовского моря. Город Сальск, Яшкуль, Ростов-на-Дону. Вот этот степной треугольник – это место с самыми высокими температурами летними. 30 градусов – это вообще норма жизни. Летняя. Хорошо. Ну а теперь, итак, берем мы нашу точку, Герч, берем мы Яшкуль и берем мы Айдар на побережье. Везде плюс 30. Вопрос. С вашей точки зрения, где лучше жить? Подчеркиваю, жить – это не на 20 минут выйти отдохнуть, а жить – это из поколения в поколение, совершая все дела, всю необходимость. Прошу. Там, где меньше влажность. Там, где меньше влажность. То есть подальше от моря. Давайте смотрим. У нас есть какая влажность? Это полпустыня. Ага. 15 от силы 20%. Отлично. Здесь. 30, ну, здесь побольше, даже 40, скорее всего, будет. Почему? Да море рядом. Причем море со всех сторон. Там тоже море рядом, поэтому. Стоп. Большая разница. Но там Кавказ и горы. Значит, на Керченском полуострове высокие горы есть? Нет. А значит, он хорошо продувается. Да. Значит. Здесь, конечно, есть испаряющаяся масса воды, так? Значит, но ветер легко их смещает. Это понятно? А теперь смотрим вот этот район. Вот это горы по 4-5 тысяч метров. Большой Кавказ. Самое интересное, что с этой стороны горы, так? И с этой стороны горы. Это часть Черного моря, заперта между горными системами. Температуры такие же, как в Крыму. Только может и влажный воздух из этой ловушки хоть куда-то деться. Никуда. Отлично. Если вы в Сочи, вот сегодня, постирали джинсы и повесили во дворе сохнуть, скажите, сколько времени они будут сохнуть? До сентября. Потому что ровно сколько воды испаряется из джинс, ровно столько в них конденсируется. На самом деле джинсы не высохнут, а просто сгниют. Потому что в их тканях, ну если это настоящие джинсы, а не халтура, то они из хлопка, а хлопка – целлюлоза, а у нас влажная целлюлоза, вывешенная на улицу, кто немедленно поселится. Бактерия. Бактерия, а в первую очередь грибы. И слопают ваши штаны. Значит, итак, хорошо. Значит, в результате получается, что возможность выжить на данной территории зависит не только от единичного фактора, а от взаимодействия факторов. Высокая температура легче переносится при низкой влажности. Низкой влажности. Всем понятно почему? Конечно. Да. А почему? А потому что горячий воздух. Ну потому что смотрите, как у нас работает система охлаждения. У нас пот. Он испаряется и забирает с собой энергию. Именно так. А если влажность 100%? То да. Но тогда будет замещаться. Вы, сколько вы испарили, столько конденсировалось. Да. При испарении вы, конечно, остыли, а при конденсации нагрелись. И система охлаждения ваша просто не работает. А теперь смотрим. Значит, вот здесь же, немножко не доезжая от Адлера, есть небольшая система предгорий. Значит, лысые, даже не горки, а скорее холмы, всего высотой метров по 100, ну, то есть там 20-этажный дом, 20-30-этажный дом. Так, значит, как с вашей точки зрения, где человеку будет проще жить? У подножия этих холмов или на этом холме? У подножия, ах, в чем разница-то? Воздух один на то. А вода вниз. Подножие – это еще одна проблема. Для какая? Ну, ладно, вот эти холмики. А в чем проблема-то? Ну, то есть он не продувается. О! Скорость ветра. Значит, допустим, не 100%, а 98% влажность воздуха. Значит, 2% в запасе есть?
Есть. Но в норме что оказывается? Вот человечек. Так? Значит, жара вокруг несусветная, 98% влажность. Он за всех сил потеет, чтобы остыть. Но кот испарившись, облако такой влажности вокруг него создает. 100%. Дальше остыть можно? Нет. Нельзя, все, тупик. А если есть ветер, хотя бы небольшой, а он просто сдует это облако и на смену ему принесет какой воздух? 98%. Опять немножко испарить можно? Да. Можно, а значит немножко остыть? Да. Поэтому оказывается, что реально переживание высоких температур с 3 факторами или больше? С 3. В эту же компанию я мог бы подстегнуть на самом деле степень вашей сытости, а заодно и характер еды, которую вы съели, сюда же количество воды, которую вы выпили. В результате реально действует на живой организм какой-нибудь единичный фактор или их взаимодействие? Взаимодействие. Записываем важнейшее утверждение. Экологические факторы вступают во взаимодействие, которое определяет реальные возможности для выживания данного вида. Славно. Опять попробуем график. График по одному фактору элементарный. Просто вот, на который вот отметки границы толерантности, вот отметки границы чего? А температура. Вот этот коридор. Оптимальный, наилучший. Попробуем изобразить на графике взаимодействие по нескольким факторам. Вот эта ось температуры. Ставлю на ней границы толерантности и границу оптимума. А вот это ось влажности. Как по-вашему, по оси влажности воздуха, будут ли у человека границы толерантности и границы оптимума? Значит, нет, вы считать не будут. То есть 100% влажный воздух пригоден ли для нашей жизни? Нет, разумеется, нет. А абсолютно сухой воздух? А почему нет? Что с вами будет? Вот в 100% влажном у вас отказывает система охлаждения, терморегуляция отказывает. А в сухом, абсолютно сухом? При любом движении вся влага будет от вас забираться. Значит, ну хорошо, вы, допустим, много пьете. Но дело в том, что при абсолютно сухом воздухе скорость испарения чудовищная. Да. Что с поверхностью ваших глаз и ваших слизистых оболочек? Они будут раньше высыхать. Они просто вода из глубины тела не сможет вовремя поступать на эти поверхности. Так? Угу. Значит, у вас полное поражение слизистых глаз, полное поражение слизистой носа, полное поражение слизистой рта и губ. И что не приходит вам в голову наверняка, полное поражение слизистой прямой кишки, полное поражение слизистой выхода половой системы. Там ведь тоже, знаете ли, слизистые оболочки, теряющие воду. Но в таком режиме жить можно или невозможно? Нет. Значит, так что по оси влажности, конечно, есть свои границы толерантности и свои границы оптимума. Отмечаем. А дальше. Мы подумаем, как на графике изобразить ту сумму точек, значение которых подходит для жизни человека. Выставить перпендикулярно. Значит, ну вот, допустим, очевидно, вот эта точка с этой системой значения для жизни человека подходит или не подходит? Подходит. Подходит, причем это один из лучших вариантов сочетания параметров. И температура в рамках оптимума, и влажность в рамках оптимума. А кто все сделали для себя заготовку для графика, да? Значит, 3 минуты думать. Кто может попробовать изобразить на этой схеме границы толерантности? Как будут выглядеть границы выживания, за рамками которых жить становится невозможно? Давайте возьмем вас вперед. Область. Отлично. Это выглядит границы выживания или какие-то другие границы? Это оптимум.
А границы выживания? А, ну да, да. То, что первое приходит в голову. Теперь думаем, ни у кого никаких уточнений или исправлений по поводу вот этой схемы. То есть, что сделано? Так, взяли и просто продолжили на плоскость, так, значение вот этих засечек. И получили некоторый прямоугольник. Ага. Может, у кого какие-нибудь мысли? Прошу. Ну, может, это диагональ, то есть, может, если плашность выше, да, то есть, ну, значит, температура у нас должна быть немного пониже. Можно так? Если влажность выше, должна, то есть, если мы где-то здесь, то лучше, чтобы температура была здесь. Можно так? Так. Вообще не очень понятно, почему. Потому что, смотрите, если у нас будет 100% завязка на терморегуляцию. Стоп, обратите внимание. Вот это у нас с вами где-то порядка 20 градусов. Угу. Так? Значит, проблемы с терморегуляцией будут возникать вот здесь. Да. А если здесь, это ниже 20 градусов. Вы собираетесь при температуре плюс 15 в сыром воздухе находиться? Идейка здесь немножко другая. Просто там, где выше влажность, выше температура должна быть. Выше влажность должна ниже, быть выше температура. То есть, если вот так, то и вот так. Ага. Берем вот максимально возможное для выживания влажность и максимально возможное для выживания температура. Нет, так наоборот. Вот смотрите, если у нас температура в рамках оптимума, мы при максимально возможной влажности выживем. Почему? А если у нас и влажность максимально возможная, да еще и температура. Что, это такой срез? Нет, это вот так. Срезаются углы. Понятно, почему они срезаются? Вот в этих углах какие значения находились? Приближенная к границам выживания по обоим факторам. Вот по одним факторам границы приближаться могут, а по двоим сразу. Нет. Не выдержим. Тропический лес. Понятно, да? Значит, в результате получили такую сглаженную фигурку. Хорошо. А можно на этот же график еще и скорость ветра поставить? Да, мы говорили, что ну, вот на примере вот этих умников, да? Да. Говорили, что для восприятия температуры наличие ветра существенно. Да. Как ось должна выглядеть? Ну, вот так. Да. Ага, правильно. Ну, третья система координат. В результате, когда по одному фактору ось это просто прямая, когда по двум факторам плоскость, по трем факторам трехмерная фигура, объемная фигура. Вы по четырем рисуете? Да? Отлично. А сколько всего факторов может действовать на живой организм? Много. 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 Ну, на самом деле, геометрически изобразить N-мерную фигуру невозможно. Четырехмерная, как изображается, такой четырехмерная фигура, как это можно представить. А вот N-мерную, не знаю, может, кто и может представить, вот, глазами представить не могу. А вот рассчитать положение точек в N-мерной фигуре можно? Да. Можно. Вполне считается. И вот отсюда важнейшее определение в экологии. Записываем. N-мерная фигура. N-мерная фигура, построенная с учетом. Построенная с учетом взаимодействия факторов для данного вида называется экологическая ниша. Модель экологической ниши позволяет выделить такие сочетания условий, которые подходят для нормальной жизни представителей данного вида. При этом выделить и наиболее благоприятные варианты расклада, и те, которые, хотя не самые благоприятные, но хотя бы приемлемые. Теперь вопрос. А у разных биологических видов
экологические ниши будут совпадающими или не будут? Нет. Ведь на самом деле замеры по всем тем же осям происходят. Но если мы будем строить модели, окажется, что они смещены друг относительно друга.